kvače. Moj kvačet Palisander iz Londona. Moj blagodani mojemu bratu Edvinu, katori predstavit muziku na ruskom jeziku. Здравствуйте! Сегодня тема нашей программы «Елизаветинцы Васильки». Многие композиторы, музыку которых мы используем в нашей программе, были Васильки либо физически, либо духовно. Мы продолжим при дворе королевы Англии Елизаветы I в музыке одного из ее любимых композиторов Томаса Таллеса. Таллес был благочестивым католиком, и он описывал себя живущим в духовной ссылке, работая на протестантскую королеву. Следующий автор, Джон Даулин, был вынужден покинуть Англию по религиозным соображениям, но тем не менее остался верен своей стране и королеве. Он отказался от огромных протеже, предложенных Папой Римским, который хотел, чтобы он принял участие в предательском заговоре против